Всем привет, ребят! Сегодня у нас конец марта, суббота, очень жаркий день, плюс 14 градусов тепла. Сегодня мы не будем летать, сегодня мы будем плавать на глиссере, который я приобрел в прошлом году и плавал только зимой. Сейчас я его собрал, доделал, и сейчас мы по озеру поплаваем. А суть такая, сейчас я возьму его, загоню на середину пруда, пойду домой и с окна попробую поуправлять им. Попробую это все снять. Погнали! Итак, ребят, мы с вами на позиции очень высоко. Глиссер. Где-то вон там мелкий. Сейчас я попробую снять его на эту камеру, на зум-камеру свою со страйкбола. И посмотрим, попробуем поуправлять. Как видно, с балкона тоже можно управлять, как бы там, в доме, высоком. До объекта было примерно метров 300-400, связь била, просто его не видно, нужно делать ФПВ. Ставить камеру, ставить передаван и так уже управлять, потому что на таком расстоянии я не вижу, куда он плывет, только по струе, по воде и все, но это не дело, конечно. Вон он. Кстати, ну, как и у всех, у нас эпидемия, этот коронавирус, да? И фишка в чем? Всем насрать. Просто всем насрать. Видите, дети играют, родители ходят на улицу даже без повязок. Всем просто реально похуй. Вот так вот. На всех и на себя даже, не знаю, как так жить. А с катером, блин, это клевая тема. Будем плавать дальше. После заплыва на глиссере я решил проехаться по городу и посмотреть новые места для того, чтобы полетать на Синевупе в будущем и записать это красиво синематографично. Мое отражение было, кстати, в этой планете. В
Хотела попасть на территорию музея, но, увы. У нас уже чуть ли не лето, и было очень жарко, реально очень жарко было, больше, наверное, 15 градусов. Первое место, на котором я смог полетать, это была театральная. Народу было, вообще считайте, не было, 2 человека, которые все равно потом ушли. У меня было 4 батки, и нужно было их как-то разрядить, поэтому летаем. Объездил я город, чтобы посмотреть, где полетать можно будет, когда будут листва, когда она распустится вся. Блин, все места закрыты, карантин и все такое, сами видели. Жесть какая-то. На одном месте людей много, потому что всем пофигу карантин, вышли все, как червяки из-под земли в дождь, как тараканы при виде темноты. А тут при виде света. Блин, жесть вообще. Вот единственное место, где я подлетнул здесь, сейчас еще поеду посмотрю места. Просто чтобы отдохнуть. Едем дальше. Наконец я посетил новый построенный комплекс за церковью. Сейчас я спрашиваю разрешение, чтобы полетать внутри храма, поснимать это на синеву. Посмотрим, что будет. Может быть, разрешат, может быть, нет. Мне было бы интересно. А пока тестовый полет, чтобы иметь представление о месте. Как мне сказали, можно в принципе летать снаружи, если не производится никакая служба внутри. До службы было 15 минут, поэтому я успел. Заехал я сюда, решил тут подлетнуть, посмотреть что да как. Никто мне ничего не говорил, никто не препятствовал. А в принципе, чему препятствовать? Чего я такого сделал, да? Я как бы атеист, но строят так, интересно. Это православная церковь. Но я больше люблю немецкую архитектуру все-таки. Мы сюда еще вернемся, когда будет лето. Подлетнем на
моем синевупе трехдюймовом. А пока движемся дальше. Да вот фигушки тебе. В этом парке я летал на мелком двухдюймовом квадрике. Материал не остался. Сейчас я летаю на пятерке. И скоро буду летать на синевупе, когда появится листва. Кстати, в полетах нет ничего обычного, потому что я просто тестирую место на будущее. Скорость и маневры, потому что буду летать на синевупе. Никакой фристайл, будет просто синематик ППВ. Да, вот такая вот реакция бывает у людей иногда. Хотела орбит сделать вокруг нее, но в итоге был чуть не сбит. Прикольный, конечно, контент. Летим дальше. Везде, просто везде все закрывается, жесть. Никуда не сходить. Вообще капец.
Летал я на XM+, и очень переживал, что потеряется связь. Видеосвязь была нормальная, но вот я боялся за управление. В принципе, я мог бы долететь и дольше, и дальше, но все же... Я боюсь всегда, что он упадет и поломается, или вообще его там украдут. Тем более летать над стройкой — это то еще палево. Так или иначе, в день я попробовал несколько мест и понял, что эти места я буду снимать. Мимо данной стройки я уже езжу полгода и хочу поснимать эти краны, мне они очень нравятся. Всегда хотел здесь попробовать подлетнуть, как оно, какая будет связь. Ну, короче, на середине стройки примерно 40-50% RSSI. Опасненько, если туда загреметь, неизвестно, можно будет ли достать квадрик, дадут ли это сделать. А так, в принципе, интересно. Я хочу здесь полетать на синевупе вдоль кранов, потом, может быть, фристайл замутить, если успею, конечно, если придут ко мне бабки. А так, за сегодня это все. Попробовал новые места для синевупа. Следите за новостями. С вами был Джон. Всем пока.